Эффективность мобильного приложения проверки Подмосковья, разработанного для контроля качества уборки дворовых территорий, оценили в Одинцове. На сегодняшний момент количество заданий, выполненных при помощи этой программы, превышает 80%. Более пристальное внимание будет уделяться уборке территорий в выходные и праздничные дни. Каждый двор оценивается по позициям: содержание тротуаров, проездов, а также детских игровых площадок.